В областном русском драматическом театре имени Николая Погодина поклонников «Мельпомены» порадовали московские звезды Григорий Антипенко и Татьяна Арнтгольц. Они представили петропавловским зрителям спектакль «Двое на качелях». За игрой актеров наблюдала и наша съемочная группа. Два одиночества, танцовщица и юрист, которым уже почти не на что надеяться в жизни, случайно встречаются в огромном городе Нью-Йорке. И закручивается настоящая история любви. Но герои слишком разные. Джерри, адвокат из Небраски в исполнении Григория Антипенко, переживает развод. Героиня Татьяны Арнтгольц Гетель, типичная представительница богемы. Они хватаются друг за друга, как за соломинку. Неподдельная сила чувств, неподдельная жизнь. Однако истории не суждено закончиться хэппи-эндом. Я люблю тебя. Сколько бы ты ни прожил на этой земле, я хочу, чтобы ты помнил. Последнее, что ты от меня услышал, я люблю тебя, слышишь, люблю! «Двое на качелях» – пьеса американского драматурга Уильяма Гибсона уже стала классической. На сцене всего два действующих лица. Московским актерам не просто удалось передать характер героев, но и привнести в их образы свое видение и харизму. Неудивительно, что в зале был аншлаг. Кстати, Петропавловск – первый город в Казахстане, где был показан этот спектакль. И зрители остались в восторге от великолепной игры российских звезд. Арнтгольц Татьяна. Фильм отведел. Мне нравится. Хорошо играют. Вообще актеры хорошо играют. Очень понравилось. Очень. Тем более Татьяну Арнтгольц мы знаем прекрасно, поэтому рады очень, что приехала в наш город. И спектакль очень нравится. Настолько она естественная, настолько она вообще одаренный человек, конечно. Поэтому мы с удовольствием смотрим спектакль. И очень рады, что здесь у нас в городе мы можем посмотреть на таких актеров. Любовь Мироедова, Жулдызбек Ермуканов. Новости НТРК.